Новые назначения в администрации края. Сегодня Виктор Зубарев назначен новым заместителем председателя правительства региона. Соответствующий документ подписал в РИО губернатора края Виктор Толоконский. Виктор Зубарев родом из Ужура. В 1997 году был депутатом Горсовета Красноярска, потом депутатом Заксобрания края. В 2007 году избран депутатом Госдумы и оставался им до назначения на пост заместителя председателя правительства края. В обязанности Виктора Зубарева будет входить не только вопросы инноваций и экономического развития региона. Также в круг его вопросов будет входить вопросы, которые касаются безработицы, работы в этом направлении, занятости населения. Отдельным блоком у нас продолжают оставаться вопросы, связанные с задолженностью по оплате труда в крае. Ну и ряд вопросов, которые буду непосредственно давать ему я, как непосредственный руководитель, а также, естественно, временно исполняющий обязанности губернатора края.